Что вы думаете про водителя этого автомобиля? Дурачок. Натяжные потолки душу мою радуют. Телефон в Красноярске 271-12-12. Ребята, всем привет, с вами Рэдисон. И снова наш проект «Что будет если?». Сегодня мы проверим, что будет если Мерседес обклеить магнитиками для холодильника. Это, конечно, сумасшедший проект. Пришел он в голову Сереги, который нас возил на Мерседесе на рыбалку. Он говорит, что, ребята, я обклеил свой Мерседес, свою джельку магнитиками от холодильника. Выходите и поснимайте. Где-то Серега должен здесь уже стоять. Кстати, Михаил уже у него в машине. А, ну вон, Мерседес уже в магнитиках. Серега? Да. Это ты? Да. Привет. Здорово. Ребята, помните его? Это он возил нас с Михалычем на рыбалку. Где Михалыч? О, Михалыч как-то изменился. Михалыч сзади. А, вон Михалыч. А что за дама? Дама сердца. Тоже на рыбалку с нами поедет? Нет. Так, мы сейчас куда поедем? Это новый бьюти-блогер. Ну куда сейчас едем? Мы едем в город. И зачем? Просто прокатиться. Ребята, Серега лютый. Видите, он свой Мерседес вообще не жалеет. То на рыбалку с нами его утащит в грязь, то магнитиками обклеит. Хочет опять нас прокатить. Очередной куда-то краш-тест провести. Да. Сейчас будем, наверное, топить Мерседес. Серега, куда поедем? Центр. А ты не против, если мы у людей поспрашиваем, что они думают о тебе? Потому что ты обклеил свою машину на магнитами. Было бы любопытно узнать, что думают. Спросим, Михалыч? Ну, спросим. Это креатив. Это ты хочешь так, чтобы первый опрашиваемый так же про тебя сказал, что ты креативный, да? Да. И самое главное, чтобы в комментариях к видео тоже было. Один креатив, так и прет. Девушка, что можете сказать по поводу водителя этого автомобиля? Креативный. Да? Вы слышали, да, что он говорил? Что он хотел это услышать? Но он уже занят, он на пассажирском сиденье сидит, девушка. Да? Но у вас-то молодой человек не такой креативный, как у нас. В общем, ребята, мы с Михалычем вам не рассказывали, но наш канал, если честно, буквально неделю назад был на грани закрытия. Нас с Михалычем пригласили на работу, ну, то есть, которая не совмещалась бы с каналом. И, ну, мы канал собирались закрывать, потому что жены нас пили, что нужны деньги. Как раз появился Серега, который, ну, реально выступил Робин Гудом. Отобрал деньги у богатых и отдал их бедным. Ну, на самом деле, да, Серега, мы когда съездили на рыбалку, рассказали ему нашу ситуацию, а он оказался еще и учредителем фирмы натяжных потолков Робин. Вот которая сейчас реклама пошла, да, вот была в прошлом выпуске реклама. Вы еще пишете дизлайки за рекламу, что за реклама. А реально канал был на грани закрытия, и Серега оказался просто зрителем нашего канала, и он не знал об этой ситуации. А когда мы ему рассказали, поплакались, так сказать, в жилетку. Но мы не стали организовывать, как на телеканале «Дождь», марафон Макаревича приглашать, там, прочих вот этих. Да. Ну, реально, Серега просто говорит, что, ребята, давайте я вам помогу, никуда не уходите работать, буду вам платить за работу на вашем канале, а вы рекламируете мои 11 компаний. Так что, ребята, вот он, герой ваш, как и наш, так же и ваш. Пишите в комментариях, благодарите Серегу. И самая главная благодарность будет, Серега, для тебя какая? Если будете заказывать натяжные потолки Робин. Да, ребята, заказывайте потолки Робин. Телефон в Красноярске 271-12-12. И вот не зря же этот Мерседес Сереги наклеен именно такими магнитиками для холодильника. А я только песню спою. Натяжные потолки. Душу мою радуют. Смотрите, кстати, Михалыч опять оделся. То он оденется под градусник, то под магнитики. Михалыч молодец. Смотрит, видимо, модный приговор. Конечно, не только модный. Также снимите это немедленно. Ребята, что можете сказать о водителе этого автомобиля? А вот, кто-то видел. Что это такое? Тоже магнитик? Какой магнитик? А это что? Веселый смайлик. Веселый спайсик? Да, какой спайсик. Под язык класть. Ребята, смотрите, как автомобиль на ходу выгодно смотрится. Я не знаю, для кого Сергей обклеил крышу. Думал, что с квадрокоптером мы будем снимать. Да. Ну вот квадрокоптером. Ребята, смотрите, Робин на машине, Робин на домах. Робин захватил Красноярск. Ничего, мы связались с людьми, да, Михаил? Как бы канал наш не захватил. Девушки, что можете сказать по поводу водителя этого автомобиля? Забавные наклейки, а у нас почти зеленый цвет. Что можете сказать о водителе этого автомобиля? Лайк, не глядя. Лайк. Василий, привет. Что ты думаешь о водителе этого автомобиля? Не знаю, мне кажется, странно обклеивать. Что думаете о водителе этого автомобиля? Не слышно? Откройте окошко. Сейчас потом покажут на ютубе. В группе «Я живу в Красноярске». Да я знаю вас. Я смотрела ваше видео, я ваша фанатка. Я сейчас расплачусь.
В этом моменте Серега сдавал назад во дворе и въехал в девятку, за рулем которой были киргизы. Давай сделаем, как будто вы ему в жопу въехали. Можно вопрос? Да, не надо, не надо. Что думаете о водителе этого автомобиля? Все отлично. Все отлично. Да там немного, да там ничего не ударили, так чуть-чуть. Я же аккуратно. Блин, мы это не засняли. Ищ барак чаджок. Встали прям под меня. Ты же видел, я только-только сдал. Их не видно вообще, они встали на девяточки. А в тот день ничего не предвещало беды. Я, как обычно, сел за руль своего автомобиля. Ну, девятка маленькая машина. Не заметил. Ни одной царапины. Вот тебе авария. Вот тебе. Хорошо, что сзади бампер магнитиками обклеен. Поэтому магнитики только поцарапались. А не просто магнитиками, а магнитики Робин! Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, что вы думаете об водителе этого автомобиля? Да вот я говорю, полмиллиона, да, ребят? Здесь вот, вот, остальных людей. Потом скажем. Стол накрой, накрой его бабушкам. Потом мы скажем. Стол накрыть бабушкам, а пить будешь ты, да? Нет, клянусь, я пить не буду. Мне надо пить, я на ночном клубе работаю, мне хватает. Сделаешь, Серега? Сообразим. Поехали. Окей. Ждите здесь, сейчас сделаем. А что разбегается бабушка? Я не увидел, они думали, вы обманываете. Да мы не обманываем. Иди сюда. Давай сюда. Ну возьмите всем, всем раздадите, бабушки, возьмите всем раздадите. Я ничего не принимаю. Фрукты вам привезли, конфеты. Так да, зовите женщин. Так а чего они все разбежались-то? Женщины, идите. Алло, иди сюда, алло. Праздник сегодня, Новый год начинается. Да. День двора. Бабушка, голосуй за Боголепова. Скажи, а твое отношение к водителю этого автомобиля? Отношусь прекрасно, уважительно и тихо, спокойно даже. Что можешь сказать про водителя этого автомобиля? Ну, человек как человек. Что вы думаете про водителя этого автомобиля? Дурачок. Не, серьезно. Вы серьезно дурачок? Что ты, Серега, дурачка вставляем в выпуск, нет? Одобряю. То, что ты задумал, исполнено? Я думаю, да. Все удалось, хорошо поездили, покатались, посмешили людей. Я думаю, никого не огорчили. Но самое главное, чтобы наше видео понравилось вам. Я часто смотрю канал Redison. И наблюдая за тем, какие там выкладываются идеи для роликов, и постоянно за ними наблюдаю. И мне тоже захотелось сделать что-то такое необычное. Пишите свои комментарии, куда бы вы отправили Редисона Михайловича. Пишите в комментариях, в какую страну, может быть это Камбоджа, может быть это Шри-Ланка. Может быть это Белоруссия. Называют какие-то страны, где дешевые путевки. Да, какую-нибудь вот страну. Ребят, пишите какой-нибудь Париж хотя бы. Придумайте и отправим, обязательно их отправим в какое-нибудь путешествие. Мы занимаемся потолками, вы знаете уже, телефон, знаете, как нас зовут. Так что обращайтесь, если у вас там побежали потолки. Мало ли, может, соседи вас затопили. Почему нет? Так что, если что-то там, какие-то проблемы, мы всегда рады вам помочь. Обращайтесь, починим, сделаем красиво, все будет блестеть. Ну все, ребят, что, пишите в комментариях, что вам сказал Серега. Серега вообще красава, Михалыч. Очень. Сера, дай пять. Серега решил устроить фотосессию с Михалычем. Ну ты куда, прешься, ты че, совсем, что ли, попутал? Ты че материшься-то? Ютуб не пропускает. Простите. И не шульдик. Выходи давай, моя очередь.